Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, гости и моя такая большая дружная семья. Сегодня наш ролик о собачке Молли. Молли уже почти на протяжении года ждет своих мам и пап. И вот наконец-то свершилось. Еще в июне, услышите, в июне месяце ко мне обратилась женщина с Анапы, которая захотела подарить семью Молли. Ну, в связи с тем, что не все было у нас так хорошо, девочка никак не может, никак и по сей день уехать к маме, услышите, в город Анапу. Анапа – это же Краснодарский край, то есть девочка будет жить возле моря, и ее там уже очень-очень долго ждут. Но весь вопрос заключается в том, что женщина-пенсионерка, и, к сожалению, мы знаем, какие в России сейчас пенсии, да, и оплатить самостоятельно дорогу она не может, к сожалению. Я практически, когда приезжаю в приют, каждый раз, глядя Молли в глаза, говорю: девочка, потерпи чуть-чуть, ты скоро будешь домашняя, скоро у тебя будет своя семья, и ты будешь жить и радовать свою маму. Моя такая большая дружная семья. К сожалению, у приюта нет финансовых средств, чтобы отправить Молли домой. Я нашла такси. 25 тысяч. Это расстояние 1200 туда водителю ехать, 1200 обратно. То есть 25 тысяч – это достаточно оптимальная цена для того, чтобы мы смогли с вами все вместе еще одну собачью жизнь сделать радостней. То есть нам нужно собрать эту финансовую сумму и отправить Молли домой. Ее там очень-очень ждут. Поэтому я обращаюсь к вам, как всегда. К сожалению, я не могу, у меня нет сейчас такой возможности оплатить дорогу самой, поэтому моя просьба, как всегда, к вам, мои дорогие друзья. Хочу поздравить, у нас сегодня ровно 7 тысяч подписчиков. Это такая хорошая цифра. Поэтому я обращаюсь ко всем 7 тысячам своих подписчиков. Моя такая большая дружная семья. Каждый ваш взнос 50-100 рублей умножить на 7. И у Молли будет свой дом, своя теплая миска и своя семья. Я очень надеюсь, что мы осуществим мечту этой голубоглазой девочки, когда-то спасенной мной. Еще одна хорошая новость, приятная. Девочка-щенок светленькая едет в Одинцовскую область от отравленной мамки. Едет в Одинцовскую область, Московский район. Татьяна уже вторую собачку будет брать из моего приюта, что очень тоже радует, что вы, мои подписчики, мои друзья, все-таки не остаетесь в стороне равнодушными и дарите нашим детям дом. И в конце ролика вот такое вот чудо, которое я почти неделю назад, да, я ехала в аптеку поздно вечером, это было где-то 10:30 вечера, и вдруг я увидела, что из кустов кто-то выходит. Я остановилась, соответственно, не могла проехать мимо и поняла, что это собачка. Собачка породная, китайская, голая, хохлатая, в костюмчике. И, соответственно, девочку я сразу же забрала себе. Но неделю мы размещали посты. Неделю мы искали горе хозяев. И, увы, к сожалению, хозяева так и не откликнулись. И мы дали новый пост о том, что девочка ищет добрых мам и пап. И вот буквально позавчера девочка с деревни, Настя, у них свой дом, приехали с мужем, и наша девочка, назвали они ее почему-то Дусей, вот, наша девочка счастливо обрела семью. Но я это говорю к тому, что вы понимаете, что у нас даже породные собаки просто выкидываются на улицу. Конечно, если бы
Опять я говорю, не я, да, неизвестно, что бы могло случиться с этим ребенком. И еще я хотела, я и писала пост ВКонтакте, что спасибо огромное, что хотя бы ребенка перед тем, как выкинуть на улицу, хотя бы одели в костюм. И за это вам большое спасибо. Вот, в общем, вот такие вот новости. То есть новости происходят каждый день. Буквально позавчера тоже выкинули маленького щеночка, девочку. Забрала ее в приют. Вот так вот проходят наши будни. Постоянное спасение, постоянное устройство, пристройство. Хочу сказать большое спасибо Мариане за ее труд, за то, что она сутками сидит и делает этот платный пиар. Да, к сожалению, пиар собак тоже платный. То есть в нашей жизни все, за все надо везде платить. Мариан, спасибо тебе огромное за твой труд и за то, что ты действительно делаешь. И чтобы Господь дал тебе тоже здоровье. Вот. И моя такая большая дружная семья. Всем желаю здоровья, здоровья, главное здоровье. Как я всегда говорю, остальное в жизни все будет. Вот. Чтобы все были здоровы, счастливы. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро», Наталья.